Простите, что не пришла поскорее спасать вас. Вы тут штанишки не обмочили? Нет, все сухо. А вот радости полные штаны. А ты там выглядел почти испуганным. Иногда мужчине страшно. Я не настолько гордый, чтобы это отрицать. Засекла. Корабль летит в космопорт. Отлично. Пошли. У меня руки чешутся убить кое-кого. Тише вы там. Зданию и так не весело. Давай спускаться. Идите за мной. Тришка, если для тебя это что-то значит, я прошу прощения. Если бы я знал намерения Сарана... Я в норме, правда. Спасибо. Мучение, думала, будет сложнее. Ага. А далеко отсюда космопорт? Близко, но они будут ждать его. Быстрее, я понял. Осторожно! Блять, большой зараза! Построить курорт со слугами-преступниками. Как оказалось, это была совсем плохая мысль. Спорю, те идиоты, которые тут все затеяли, повторяли, никакого риска. С этими баранами-то что происходит? Наверное, заметили корабль на орбите. Дерутся, чтобы добраться первыми. Хорошо, на нас внимания не обратят. Yeah.
Подожди, не торопись. Эти мудаки заняты друг другом. Надо придумать что-то еще. Стреляй по рюкзаку! Не могу пробиться сквозь броню! Thank you.
растратил. Разделимся. Я пойду понизу, вы поверху. Так нас не застанут врасплох. Я помогу. Не надо! Я тебе жизнью обязан. Позволь мне сражаться с тобой. Ладно, давай. Хватит любезничать, у нас посетители. За собой прибраться. Надо выдрать энергоячейку из пуза.
Броня пуленепробиваемая! Рюкзак — его слабое место! Ну вот, теперь вы, дамочки, можете свободно идти. Спасибо. Нашим пулям не пробиться сквозь экран. Он не уязвим для пуль. Там рядом с нами есть зал. Через него мы попадем в космопорт. С этих уродов! Продолжай, чтобы уничтожить его!
Приходи сюда, страда! Черт, не могу они поверить! Они его решето сделали! Все дело в штуковине у него на животе! Набей его пулями! Надо вытрать энергоячейку из пуза! Хочу сколько! А ну-ка, добавь ему! Все дело в штуковине у него на животе! Вытрать энергоячейку из пуза! Все дело в штуковине у него на животе! Надо вытрать энергоячейку из пуза! Все чисто! Вон из моей зоны комфорта! Это за место? Зона багажа. Сумки остались от туристов, которые не смогли покинуть мир. Целая куча мешков. Все вышло.
Суя! Мы под перекрестным огнем! Мы тут легкая добыча! Слышишь это? Включаются уменьшители гравитации! Эта штука улетает без нас! Раб все еще опущен! Мы можем успеть! Слава богу!